когда меня спрашивают, как вы относитесь к демсилам, я демсилы, да, европейская, белорусская, демократические силы, которые подготовили революцию 20-го года. В 19-м году вы знали там такого лидера оппозиции, как Латушко, Тихановская? Да нет, конечно. У вас сейчас есть отношения какие-то? Ну, они самозванцы. Ну, какие отношения могут быть? Ну, какие отношения, если тот же Латушко называл Статкевича уголовником, когда тот сидел там в 8-м году, а он был в Польше? Ну, нет. Вы знаете, то, что делается там, очень сильно сейчас стало вредить Беларуси. Почему вот не признаться во лжи с паспортом? Не будет никакого паспорта. Будет бумажка, которая не обеспечит никаких прав никому. Зачем этим заниматься? Зачем обманывать людей? Но вся история с паспортом только спровоцировала режим отказать в паспортах и доверенностях белорусам.